перекину ему всех. Церемониальное копье вот этой эльфийской стражи Сандры с подрезком. Вернее, без подрезки, а подрезка у вас. Кинжал подрезки. Ну, подвески, а подрезки. Щит стойкого леса. И... У вас лук Акстра, наверное. Пощастра. Ну, такой... Вот пару с двумя стыками. Трохи пустили, да. А Янера лук, еще один лук, как странно, производитель типа. Барамир, Брамор, еще. Так и Акстон производит. Ну да, бывший. Вот все мы поотправляли. Стилет киллер. Стилет. Двойной урон плюс 6 при рукопашных фангалета. Плюс 2 боевым единицам доспехом. Рукопашная дистанционная главная атака. Длинный лук без пенальти на дистанции. Носовые. Подрезки могут 4 дома 2 на 2 тура там. И плюс 1 единица силы урока пас. Ну, Сандра, ну, отдельно какой-то рассказ. Ну там по-другому немного нас посчитал. И щит боевых искусств. Полный щит везде. Плюс 5 от неожиданных атак. Это на щит. Когда на тени 14. Плюс 2 противоатак спереди. Ну и все сопротивление метательного слова. Плюс 2. Защите от дистанционных атак. И так щит еще там что-то срубает. Там должно работать. Хорошо. Вот. И мейн сова. 241. Сейчас. Ну там говорит 41.75. 41 есть? 34. Как бы пятый раунд. Что-то у него это общий мир. Любимый шап сразу 50. А так вообще тем демораль на парда плюс 300. Ну, пишет 300, как он еще 300, там 150, 150. Вот он, в основном 200 было вообще-то. Лучник вообще довольно больше всех. Ну, драконе избав. 4. Вот и мара. Хорошо. У нас, в общем, пара щитон дальше. Щит. Сандра мы отправили. Да, отправили. Ну теперь тем надо что-то придумать. Вот этот стандартный щит. Может ей придумать.
А вообще щит боевых искусств. И нужен еще золотой. Не свя. Более. Можно еще один стандартный щит, например. Ну, или вообще парочку. Им дать, а потом клепать это что-то. И потом, если там герои тебе придут, то им бы перехилилось. Да, ну, просто щит он тоже. Ну, такой как бы тоже интересно. А что, кого мы будем? Это опасная битва тут. Можно орка сначала, типа рыцаря дома. Темных рыцарей. Их шить, ну, собирать занятых, так он нету. Это золотого шлема. Меченосец. 4, ну, содержание рыцаря 8. 70. Меченосец 50, хотя там 70. Ну, бритва лучник, да. Клёво. Эмбре, вот побрить. Копейщик, вот этот. Там вроде по 40 это, производится у нас в городе, в подземельях. Имболги. Тут 38. Но у него бег, только опасно ищи, у него главное защит. Такой не универсальный, что у него и дротик, и рукопашный ищи. Вроде так простецкий выглядит. Но мы не можем прям... Сколько у нас бомбов? Да ну и все придумали, если хоть армия. Тут пика, удар схода, ну пика. Плюс 4 урона всадникам летающим. Летающим. Да не, а шо, пускай город, наверное, охранять не будем, да, хотя бы минимум третьего парня. То есть мы, может, одного-двух можем тогда захранить, а может, если пойдет. Потом что-то надо посмотреть, что мы производим. Два. Ничего не понятно. Не знаю, что задать. Коробку. Вообще. Защит какой-то. Сколько щит будет у вас? Ну так пару туров. Не знаю. А если что-то там добавлять. Все добавить. Если бы туров не добавлялось. Устрашаю. И сколько? А? Ну, так пару туров. Так, 5. Ну, боевых искусств тоже 5 туров. Защита, например, от огня. 1 тур. Огонь, не бои. 1 тур. Защита от огня. 4 тура. Ну не защита, она защита от шока. Ну то есть нельзя сказать, что 4 тура, кажется, это маловато. Здесь лучше вообще просто щит.